Правительство предлагает предоставлять гражданам 2 выходных дня после иммунизации от коронавируса, а также полностью субсидировать период технической безработицы, вызванной тревожной эпидемической ситуацией. Об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица после заседания Кабинета министров. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс направлены в парламент на рассмотрение. Также правительство утвердило повышение зарплат работников вспомогательного персонала государственных медучреждений на 57% уже с 1 ноября. Кабинет министров предлагает предоставлять гражданам 2 выходных дня после вакцинации от коронавируса. О соответствующих поправках в Трудовой кодекс объявила премьер-министр Наталья Гаврилица. Предоставление выходных дней лицам, которые прошли вакцинацию. В то же время мы предлагаем разрешать родителям оставаться дома с детьми, если это необходимо, в том случае, когда в учебных заведениях вводится карантин. Также правительство предложило полностью субсидировать период технической безработицы, вызванной эпидемической ситуацией. Эти ситуации технического простоя, когда предприятия вынуждены временно приостанавливать свою деятельность, на сегодняшний день регламентировались законодательством только с экономической точки зрения. Мы предлагаем ввести определение технической безработицы на период действия режима ЧП в здравоохранении, где не будут покрыты лишь 4 месяца, поскольку неизвестно, сколько может продлиться чрезвычайное положение. Проект поправок в Трудовой кодекс направили в парламент для дальнейшего рассмотрения.